написано, что нужно договариваться. Вот. И, конечно же, если вы будете это ставить в штыки и говорить, нет, я тут такая святая, ты такой грешник, такой пост не нужен Богу 100 лет. Зачем эти посты, эти молитвы, если это приносит боль, ссоры, разногласия? Пост – это не обязательно отказ от пищи. Откажитесь от чего-то другого. Иногда людям легче от пищи отказаться, допустим, чем, там, от социальных сетей, от любимого сериала или еще от чего-нибудь. Но что-то запретите себе, то, что будет конкретно причинять вам дискомфорт, а не вашему мужу. Потому что мы любим за чужой счет, знаете, чтобы я пощусь, а вы все тихо тут особо ничего не ешьте передо мной, особо тут это, меня не раздражаете, вы же знаете, я пост держу великий. И такой великий святой ангел по дому ходит, всех раздражает. Нет, пост должен быть такой, чтобы никто не понял, что ты постишься. Пост должен быть не перед людьми, а перед Богом.